посадки 1-1-2. И встретить так по право танка. Конец связи. Вот понял, штаб. И куда это нас забросили? Ну, пилот думает, что мы подлетим к дому твоей мамочки. Вроде похоже на правду. Это так мило, Джексон. Всегда и везде. Чувствуешь запах? Какой запах? Попахивает очередной халявной миссией. Ха-ха! Это уж точно! Что? Халява, черт возьми! Тогда какого хрена они скрывают от нас наши приказы так долго? Ага, засунули нас в эту жопу мира, да еще и не рассказывают ничего. У тебя проблема, рядовой? Я отдам тебе приказ, когда мы попадем в зону посадки! Дошло до тебя! Есть, сэр. А мне вообще похрену, какая цель. Мне лишь бы пришить кого. Ну-ну! Следи на верном пути, будь довольно тесно. Вас понял, прием. Опять эта поисково-спасательная операция, как это задолбало. А меня задолбало спасать все время твою задницу. Может, видят нормальную посадочную площадку?